Лебедянка или Лебедь – паровоз легендарного советского конструктора Льва Лебедянского. Его выпустили сразу после войны. Тогда железнодорожные пути были сильно повреждены, поэтому новый паровоз должен был отличаться от всех существующих своей легкостью, чтобы не перегружать уцелевшие рельсы, и быть универсальным – возить как пассажирские, так и товарные составы. В итоге такой паровоз стал самым экономичным в Советском Союзе. До 1947-го его называли «Победным», позже присвоили имя конструктора. Спустя годы легендарный паровоз прогудел на Самарском вокзале. Он прибыл в честь 145-летия Куйбышевской железной дороги. Чтобы добраться до Самары, легендарной лебедянке потребовалось 4 тонны угля. В топку его закидывали каждые 10 минут. Такой поезд может набирать скорость до 120 км в час, однако больше 80 сейчас его не разгоняют. Да и необходимости такой нет. В пути состав провел порядка 40 минут, но за это время машинисты успели проникнуться уже далекой эпохой. Покуриваешься, как будто в прошлое время. Когда особенно одеваешь форму, это военное время. В этот раз у паровоза не менее ответственная миссия. Он привез в Самару ветеранов Куйбышевской железной дороги. Среди них Александр Маханов, потомственный железнодорожник. Вокзалы, поезда и бесконечные часы в пути. Всему этому он отдал добрую часть своей жизни, больше 40 лет. Рассказывает, мальчишка и заглянул на работу к отцу, тогда и влюбился в это дело. Мне понравилось. Во-первых, там постоянно познаешь, то есть приходится над собой работать. Значит, электровозы менялись, одна серия, другая, третья, разные схемы, разные, значит, технологии. Приходится все время и учиться, постоянно и учить людей. Заслуженных работников железной дороги наградил губернатор Дмитрий Азаров. Я очень рад тому, что славный коллектив Куйбышевской железной дороги вносит свой вклад в это уверенное движение вперед во всех смыслах. Точное по расписанию движение вперед. Мы, конечно, очень рады тому, что показатели пассажироперевозок, грузоперевозок являются индикаторами роста экономической активности промышленного производства на территории Самарской области. Железнодорожники продолжают работать над новыми проектами. Один из крупных и крайне важных для региона – строительство новой ветки длиной почти 14 километров до особой экономической зоны – Тольятти. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта между правительством области и компанией РЖД было подписано 1 октября этого года в Москве на транспортном форуме. Планируется, что первые грузовые поезда с продукцией тольяттинских заводов пойдут уже в 2021 году. Поддержан проект и по созданию скоростного пассажирского сообщения Новокуйбышевск-Самара-Курумыч-Тольятти. Кроме того, РЖД и куйбышевский филиал ведут обновление вокзалов и железнодорожных путей и оснащение новой техникой. Сегодня Куйбышевская железная дорога универсальна. Кроме поездок на большие расстояния, ежедневно сотни самарцев пользуются электричками, чтобы добраться до дач или отдаленных районов города. Только за 8 месяцев этого года на пригородных поездах проехали почти 6 миллионов человек. Мария Левина, Мария Ильчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События.